Сегодня российские выпускники сдавали первый обязательный экзамен – математику. В Чебоксарах сдача ЕГЭ обернулась трагедией. В 38-й школе во время экзамена умерла выпускница 27-й столичной школы. По данным Минздрава Республики, девочка страдала редким заболеванием и имела право сдавать ЕГЭ по упрощенной системе. Однако выбрала профильный уровень, чтобы иметь возможность поступить в ВУЗ. Девочка страдала редким орфанным заболеванием, находилась под постоянным медицинским наблюдением, получала постоянную базисную терапию, которая поддерживала ее состояние в категории удовлетворительного. Значит, действительно, она с 16 года находилась на домашнем обучении. Девочка сдавала математику на общих основаниях. Она постоянно находилась под медицинским наблюдением. Значит, соответственно, перед сдачей единого государственного экзамена была осмотрена медицинскими работниками. Где-то примерно в 11:15 было сообщено, что девочке стало плохо. Наши медицинские работники, которые приказом определены для медобеспечения пунктов сдачи единого государственного экзамена, стали оказывать первую медицинскую помощь. Дополнительно к этому подъехали две бригады скорой медицинской помощи для оказания реанимационных мероприятий. Они были оказаны в полном объеме, но, к сожалению, девочку спасти не удалось.